Иногда нужно вставить в Pinnacle Studio интересующий нам мовик. Берем его. Что он пишет? Не удалось. Тогда делаем так. Берем фотографию любую, вставляем на линию. Открываем видеоэффекты, Studio Ultimate, фильтр HFX. Окей. Редактировать. Файл создать. Смотрим объекты, Simple, Back 2 вставляем, открываем нужный нам файл. Так, Comp35, да? Вот вставился он. Нажимаем крестик, крестик, опять крестик. Смотрим, что у нас получилось. Интересующий нас файл очень даже хорошо вставился.